отель Альбатрос Палас. Обзор. Так, 110 сантиметров. Трогаем воду. Вода 27. Плюс 27. Вот такие вот симпатичные невысокие строения в 3 этажа. Переплетение бассейнов. Народу достаточно мало здесь. Но, с другой стороны, это и плюс. Это огромный бассейн. Вот этот огромный бассейн, насколько я знаю, без подогрева. Мы сейчас и проверим. Да, вот этот бассейн без подогрева. То есть просто для красоты. Ходим, гуляем по территории отеля Альбатрос Палас. Такие вот симпатичные невысокие здания. Огромные бассейны, но только один бассейн с подогревом. Есть тоже водные горки, но надо будет смотреть, какая температура воды в водных детских аквагорках. Потому что если бассейн без подогрева, то смысл этих горок мне теряется сразу. Тоже такой P-образный, больше даже P-образный отель. Средняя. Размеру территория, размер территории. Такие вот мостики декоративные, красивые. Территория очень милая в этом плане. Очень... Территория рассчитана на большое количество человек, это видно. Но в период пандемии понятно, что нету столько гостей. Мы с вами прогуливаемся и, в принципе, как вы видите, за 3 минуты мы увидели с вами размер отеля, что он из себя представляет, атмосферу. Сейчас утро. С точки зрения именно декора, он мне нравится. Очень, очень симпатичный. Но здесь здорово, когда бассейны будут все теплые или когда будет жарко. Потому что получается, что только один бассейн с подогревом, да, а все остальное просто для красоты. Вот основное здание отеля Альбатрос Палас. Бар. Здесь проходит вечерняя анимация в обычный период времени, когда анимация будет разрешена. В период пандемии во многих отелях анимацию урезали, конечно, шоу-программу урезали. Вот. Папа, Kids Playground. Так, а мы двигаемся на детскую площадку.
детская площадочка. Виктория, сними шапку, не пугай людей. Здесь не так холодно. Вон кто-то идет загорать и купаться. Вот там Kids Club, но сейчас Kids Club практически везде закрыты. Push me. Папа, push me. Папа, push me, пап! Push you, push you. Папа, push. Детская площадка на территории отеля Albatross Palace. Смотрите, когда жарко, вот очень удачно, когда делают вот такие навесы. Kids Club, который пока закрыт. Очень-очень даже.